Всем здравствуйте! У нас расклад на август для знака зодиака Телец. Давайте посмотрим энергетику месяца для вашего знака зодиака. Что будет происходить внутри вас, вокруг вас в августе месяце? Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Так, Телец, август месяц. Что ожидает представителей знака зодиака Телец в августе месяце? Ох, сразу у нас выскочила карта, да? Баланс, равновесия. Так, скорее всего, какие-то судебные дела могут быть. Так, что ожидает Тельцов в августе месяце? Так, давайте ее пока оставим. Так, сейчас я настроюсь. С какой энергией вы войдете в август месяц? Что у вас будет происходить? Первая декада, вторая декада, третья декада. И с чем вы выйдете, с какой энергии из августа в сентябрь? У вас три старших аркана, значит, месяц для вас будет судьбоносным. Входите вы. Здесь у вас ложится двойка ключей. Карта называется Детрежа. Детрежа – это сокровище. То есть человек пришел к себе в дом и видит, что дом его разграблен. То есть все украдено. А что не украли, то сломали, разбили. И он стоит в огорчении, обозревает вот этот вот полный бардак. Но вот здесь вот на тумбочке, да, стоит маленький сундучок. И оттуда пробивается луч света. Вот эта карта в прямом положении говорит, да, здесь могут быть какие-то потери у вас. То ли у вас это в начале августа. Тут может быть потери работы, отношений, может быть даже упущенные возможности. То есть она показывает какие-то неприятности в вашей жизни. Но вы должны понимать, что все это временное явление. Да, может быть, какое-то время это занимает, какие-то усилия вам нужно будет предпринять, чтобы восстановить свои силы. Но внутри вас есть вот это вот скрытое сокровище, которое никто не может у вас ни отнять, ни сломать. Этот маленький сундучок, он неуязвим. То есть он для вас никогда не может быть потерян, не поврежден. И вам нужно просто открыть крышечку вот этому вашему свету и позволить вашей силе осветить ваш путь. Вы сможете увидеть другие возможности. И огромное благосостояние изобилия откроется в этот же момент для вас. Но не бывает так жизнь, чтобы у нас все забрали и ничего не дали нам взамен. Вторая карта – это у нас восьмой старший аркан. Это у нас архангел Рафаэл. У нас это архангел несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. Но у вас эта карта легла в перевернутом положении. И она указывает, возможно, на раскол в семье или на ваше эмоциональное физическое состояние. То есть вас что-то беспокоит. И вам нужно будет использовать все ваши ресурсы, чтобы рассмотреть все варианты решения проблемы, уравновесить эмоции, а также попросить небесной помощи. А для того, чтобы восстановить свой эмоциональный фон, вам нужно будет заняться медитациями. Они могут дать вам очень хорошие перспективы. Также вам потребуется осознанная работа с вашими мыслями, словами. Также карта говорит, если реально какие-то потери очень сложные, то, может быть, нужно обратиться за помощью. Может быть, терапия поможет. Если есть такая необходимость, обязательно ей воспользуйтесь. Потому что перевернутая карта Архангел
Рафаил может говорить о страданиях, связанных с разбитым сердцем, о прошлой любви, может быть, какие-то болезненные детские воспоминания. И от этого всего нужно освобождаться. В первой декаде августа Рафаил будет рядом с вами. И он может принести вам свой свет, любовь, как бы осветить вашу жизнь. Вам нужно только открыть сердце для этого архангела, попросить помощи и впустить в свою жизнь любовь. Вот когда вы это сделаете, вы можете обнаружить, что вас ждет чудо. Вторая декада августа. Здесь у нас двойка силы. Эта карта называется Девилу. Девилу – это ива. Вот на этой карте стоит большая великолепная ива, освещена солнцем. Здесь у нас почти спокойная река. И карта говорит, что вот это вот великолепное дерево является сильным и гибким. И вы во второй декаде августа тоже будете таким же. У этого дерева очень глубокие корни. У нее очень прочная основа. И с помощью этой основы она может противостоять чему угодно. И для вас во второй декаде августа приходит время, когда вы тоже должны стойко, гордо стоять, чувствовать поддержку земли под ногами. Но еще эта карта, конечно, указывает, что вас ожидает во второй декаде августа спокойное время. Так что просто наслаждайтесь сейчас мирной энергией. У вас будут силы для того, чтобы укрепить основы на работе, в семье, в вашей душе, в глубине вашей веры в самого себя или в саму себя. Так же, как у этого дерева, у ивы, у вас есть спокойная сила. Вам просто нужно быть уверенным в своей правоте, использовать действия, которые способствуют росту всего прекрасного в вашей жизни, и просто осознавать, что вы могущественны. Третья декада августа. Здесь у нас ложится опять старший аркан. Это у нас первый старший аркан. Он называется «Оракул Дельфи». В прямом положении карта говорит, что человек обладает очень высокой интуицией, очень большими эзотерическими способностями. Конечно, не все занимаются эзотерикой, но эти способности помогают нам в жизни. Карта легла у вас в перевернутом положении. Она говорит, что вы не слушаете свой внутренний голос. Возможно, вы будете получать знаки от вашего духа, но почему-то будете или сопротивляться этим знакам, или не признавать их. Карта вам говорит, вы обязательно должны прислушиваться к вашей душе, к вашим ангелам, к вашему высшему «Я». Ведь с вами говорит ваша же душа. Это вы и есть, ваше вечное «Я». Потому что когда вы отрицаете, что вы можете слышать внутренний голос, что вы обладаете какими-то способностями, вы разрушаете то, чего желаете достичь. Постарайтесь прислушаться к своему внутреннему голосу и обращать внимание, что, какие подсказки, может быть, через сны, через инсайты, что вы получаете. Это поможет вам в вашей дальнейшей жизни. То, с чем вы выходите, здесь у нас ложится семерка, старший аркан, седьмой старший аркан, фейтин, митин. Эта карта переводится или назначенная встреча, или предназначенная встреча. То есть в прямом положении на этой карте встречаются двое молодых людей под часами. У них первое свидание. И они не знают о том, что в прошлой жизни они были вместе. Но, скорее всего, не проработали свою карму, а может быть, наоборот, наработали. И в этой жизни их опять соединяют вместе, чтобы наконец-то они прошли свои кармические уроки, чтобы в следующей жизни их опять вместе не сталкивали. У вас эта карта легла в перевернутом положении. Она говорит о том, что был или есть в вашей жизни человек, с кем вы планировали вместе работать над своей кармой, чтобы именно разрушить паттерны прошлых жизней и создать именно большое взаимодействие, любовь, поддержку, понимание. Но так как карта в перевернутом положении, она показывает, что, к сожалению, кто-то из вас, а может быть, вы оба, вернулись к своим старым привычкам, к своим старым ошибкам.
вы должны были развивать эти отношения, не оборачиваясь на старые чувства. Скорее всего, вы уже вместе даже пришли к цели, но кто-то один из вас по-настоящему не проснулся. Чтобы смотреть, то есть заглянуть в будущее и взять на себя обязательство расти и развиваться. И карта вам говорит, услышьте свой внутренний голос, который говорит вам, скорее всего, счастье с этим человеком от вас ускользает. Поэтому, скорее всего, пришло время для вас посмотреть на других новых партнеров, которые помогут вам выполнить вашу кармическую задачу. Вот эта карта выпала, ну, я просто ее сейчас вам озвучу. Я не знаю, к чему она относится, к началу, к концу, к середине августа. Ну, раз она выпала, я должна ее озвучить. Карта называется «Баланс». Это у нас семерка силы. Здесь стоит стол письменный, на нем лежат какие-то бумаги и стоят весы. Весы уравновешены. И в прямом положении карта показывает, что у вас время равновесия. Весь ваш организм через тело, через характер, через общение стремится достичь баланса. Вам нужно просто остановиться и рассмотреть все части своей жизни, которые вы можете привести в большее равновесие. И Вселенная вот вам сейчас будет помогать в этом. Возможно, вы столкнетесь с какими-то важными правовыми вопросами. Может быть, будете иметь дело с какими-то документами. Или же может возникнуть необходимость в судебном иске в отношении собственности, наследства, трудовых договоров, опеки или развода. Карта говорит, будьте терпеливы, обращайте внимание на детали, потому что детали для вас будут очень важны. Но так как она у вас легла в прямом положении, она говорит, что, скорее всего, вас ожидают хорошие, справедливые решения. То есть все проблемы вы выявите и получите выгодное для вас заключение или, если это юридический договор, то значит решение в вашу пользу. Но в то же время карта говорит, и вы должны быть очень справедливы в это время. Потому что когда мы справедливо относимся или к другим людям, или к каким-то ситуациям, мы выпускаем вот эту энергию. И потом эта же энергия справедливости возвращается к нам. И все же карта говорит, если вы будете участвовать в каких-то судебных разбирательствах, там, сложностях, постарайтесь сдерживать свое именно внутреннее равновесие. И тогда это приведет вас к очень хорошим результатам. Вот такой у меня получился расклад для тельцов на август месяц. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам самого хорошего. До свидания.